это план. Человек летает себе на собственном летательном аппарате, хоть бы что, никаких проблем. Взял, взлетел и полетел, куда захотел. Никто ему не указ, никаких дорог не надо, ничего не бензин. Сделать остановку еще на птичьих. Давно уже не было, это мои любимые места. Вот мост через птич. Надо сказать, что его привели в порядок. Вот сквозь заросли крапивы, такой выше пояса, и кустов, и малинник, и все что угодно. Пробрался я к речке птич. Она заросла очень здорово со всех сторон. Когда-то это было место отдыха или излюбленное минчан и местных жителей, кто здесь живет рядом. Вот строчится рядом здесь деревня, которую, так сказать, этот комплекс построили. Вот такая речушка. Сейчас она мутноватая. Хотя ну, водичка неплохая, в принципе. Ничего, тут дно видно даже. Бобры уже облюбовали ее, конечно. Журчат ручьи. О, тут приезжали мы раньше. Тут неплохо время проводили когда-то. В начале 2000-х. Потом огородили все здесь под этот комплекс. Ладно, так, ладно. Сделаем фото и поехали. Прямо здесь сказки Пушкина. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Прямо на нашей птичке. Сейчас я от речки иду к своему велосипеду. Вот тут слева у меня растет уже кукуруза, а справа заросли, в основном крапива и куда кустарник дикорастущий. Я тут наставил велосипед около моста. Еще к мосту подойду, посмотрю. Вот там впереди мост, я туда подойду, сейчас посмотрим, что там делается.